always maturity by not getting upset. Ah! Oh! Pinocchi, vamos a iniciar. ¡Qué terrible golpe! Cervania. Oh! That is oh! Oh my gosh, what a straight left there. Участники боя к нему подходили перед схваткой. Заметили вы, да? WBC Junior Flyweight Championship of the World. Our three judges at ringside are Casey Abe, Marty Denken, and Chuck Hassett. And это судьи. Our referee in charge of this contest is Raul Cais Jr. Рауль Каис – младший рефери в ринге. Вот уже и у Рауля Каиса сын появился в ринге. Интересно. 17 побед, 11 нокаутов, ни одного поражения. Hawaiian Punch! Много о нем говорят сейчас в боксерском мире. Он из страны, где полным-полно классных боксеров в маленьких весах. Филиппин. He holds a professional record of 24 wins, including 16 wins by knockout, with 4 losses and 1 draw. 24 победы у него. 20 нокаутов, 4 поражения. Мексиканец. WBC Junior Flyweight Champion of the World, Eric Ortiz. В общем, я думаю, что напутали они там 61 и 63 килограмма. Это где-то порядка 48 килограммов вес у этих бойцов. Разобрались, кто в чем? Вилария вот сейчас лицом к нам. В светлых трусах с зеленым поясом. Жесткий боец этот Вилария. Но Ортис, я уже говорил, по стилю это эдакий спойлер. Он очень многое умеет в ринге, но больше всего он умеет не давать противнику развивать успех. Конечно, Вилария попытается навязать силовой вариант мексиканцу. Но для этого ему нужно заставить Ортиса пятиться, идти назад, потому что он агрессор. А опытный Ортис прекрасно это понимает. И идет сам на противника. Пока что я смотрю, не приспособится никак с Вилария. Он
Он заряжен на удар, на жесткую работу. Мексиканец ему не дает это. Вяжет, сковывает. В общем, план очень правильный. В бою против такого боксера, как Вилларея, конечно, только так и надо действовать. Отбегаться от такого бойца нельзя. Серьезный удар у Вилларея. Вот вам и крошечный вес. Все. Один удар. И появляется новый чемпион мира. Никак не может даже понять, что произошло, Ортис. Стоило ему только оттянуться, уйти вот на ту дистанцию, которая выгодна Вилларее, и все. Вот что такое шанс панчера. Так это звучит по-американски. Потому что недаром было столько разговоров об этом малыше Вилларее. И недаром Фредди Роуч с ним работает сейчас. Ну, вот с этой точки видней, как откуда нанес удар Вилларея. Причем зряче это сделал. Очень расчетливо. Смотрите. Вместо того, чтобы оттянуться, казалось бы, да, от атакующего противника, он на месте остался, потому что точно знал, что опередит. Я думаю, публика будет любить этого боксера. Gentlemen, referee Raul Calles Jr. has called a stop to this contest at 2 minutes 59 seconds of the very first round for the winner by knockout, and now the new WBC Junior Flyweight Champion of the World, the Hawaiian Punch, Brian DeLoria. Кличка у него почему-то «Гавайский удар». Но филиппинцев очень много живет на Гавайях.
Серьезный удар. Вилларея. Вот вам и крошечный вес. Все. Один удар. И появляется новый чемпион мира. Никак не может даже понять, что произошло, Ортис. Стоило ему только оттянуться, уйти вот на ту дистанцию, которая выгодна Вилларее, и все. Вот что такое шанс панчера. Так это звучит по-американски. Потому что недаром было столько разговоров об этом малыше Вилларее. И недаром Фредди Роуч с ним работает сейчас. Ну, вот с этой точки виднее, умеет в ринге. Но больше всего он умеет не давать противнику развивать успех. Конечно, Вилларея попытается навязать силовой вариант мексиканцу. Но для этого ему нужно заставить Ортиса пятиться, идти назад, потому что он агрессор. А опытный Ортис прекрасно это понимает. И идет сам на противника. Пока что я смотрю, не приспособится никак с Вилларея. Он заряжен на удар, на жесткую работу. Мексиканец ему не дает это. Вяжет, сковывает. В общем, план очень правильный. В бою против такого боксера, как Вилларея, конечно, только так и надо действовать. Отбегаться от такого бойца нельзя. Мексиканец. WBC Junior Flyweight Champion of the World, Эрик Ортиз. В общем, я думаю, что напутали они там 61-63 килограмма. Это где-то порядка 48 килограммов вес у этих бойцов. Разобрались, кто в чем? Вилларея вот сейчас лицом к нам. В светлых трусах с зеленым поясом.
Жесткий боец этот Виларье. Но Ортис, я уже говорил, по стилю это этакий спойлер. Он очень много умеет, как откуда нанес удар Виларье. Причем зряче это сделал. Очень расчетлив. Смотрите. Вместо того, чтобы оттянуться, казалось бы, да, от атакующего противника, он на месте остался, потому что точно знал, что опередит. Я думаю, публика будет любить этого боксера. Ladies and gentlemen, referee Raul Calles Jr. has called a stop to this contest at 2 minutes 59 seconds of the very first round for the winner by knockout, and now the new WBC Junior Flyweight Champion of the World, the Hawaiian Punch, Brian DeLoria. Кличка у него почему-то «Гавайский удар». Но филиппинцев очень много живет на Гавайях. Maturity by not getting upset. Oh! No! Che va così inizia! Che terribile golpe! Servani. Oh my gosh, what a straight left hand! Участника боя к нему подходили перед схваткой, заметили вы, да? WBC Junior Flyweight Championship of the World. Our three judges at ringside are Casey Abe, Marty Denken, and Chuck Hassett. And это судьи. Our referee in charge of this contest is Raul Calles Jr. Рауль Каис, младший рефери в ринге. Вот уже и у Рауля Каиса сын появился в ринге. Интересно. 17 побед, 11 нокаутов, ни одного поражения. Много о нем говорят сейчас в боксерском мире. Он из страны, где полным-полно классных боксеров в маленьких весах. Филиппин. He holds a professional record of 24 wins, including 16 wins by knockout, with 4 losses and 1 draw. 24 победы у него. 17 нокаутов, 4 поражения. Please welcome.